Всем привет, дамы и господа, с вами Неломоп, мы играем в игру под названием Gas Station Simulator. Нажимаем любую клавишу, и мы видим с вами, что 18 мая обновляшка будет, то есть DLC выходит платная, но сегодня 12-го, ну не сегодня, сегодня 13-е, а 12-го вышло обновление к игре бесплатное, сейчас мы нажмем далее, еще поэтому на эту тему поговорим. Значит, они выпустили обновление, и как бы они подводят к тому, что после этого обновления уже там будет DLC-шка всякими новыми штуками. Но игру обновили, и я остановился там тогда на том, что я как бы почти всю до конца прошел, там надо было делать только звонок к своему дядюшке, вернуть ему там что-то $5000, а копить мне было что-то так лень, так... Падло было, потому что это долго. И я решил забить. Я забил, да. А сейчас посмотрим, получится по-любому. Ну, поменяли ли они что-то так, чтобы там какой-то новый контент добавили в обновлении, чтобы уже можно было хотя бы отвлечься от того тупого накопления бабла. Так, я появился. У меня 900 баксов. Новое письмо клиенту гаража, клиенту топлива. А что там? Вот он. Тут заправочка у меня работает. Вот, посмотрим, поиграем сегодня, а там, может быть, я еще и продолжу прохождение игры. Посмотрим, как оно у меня пойдет сейчас, как по просмотрикам пойдет игра. Значит, тут есть у меня новое письмо 1. Давайте откроем. Так, почта. Это вот написано. Ух ты, а почему-то все на английском языке. Вот мы переведем сейчас один автомойка. Опа, автомойка. К слову, о песчаных бурях, племяш. Хочу поделиться с тобой идейкой. Не на той, не ной. И обратите свои слабые стороны в сильные. А может, это пословица? Вообще пофиг. Важно знать, когда ее применять. Так что, что же делать с постоянными грязными торнадо? Капитализировать их. Не забывай, что ты не один в пустыне. К твоим клиентам тоже липнет эта вся пыль. Там за заправкой есть развалины старой автомойки. Почему бы тебе не... Пробовать немного руками не восстановить ее. Уверен, ты знаешь, как заставить автомобиль блестеть от чистоты. Берешь насадку, регулируешь размер струи и угол уклона, необходимый для чистки всех комков грязи там, где нужно клиенту. А если тебе попадется особо требовательный клиент, то это просто еще одна возможность взять с него деньги за каждую дополнительную услугу, о которой он попросит. Люди уже приучили других платить за воду, племянник. И ты справишься. Выход. То есть то, что я говорил, если вы внимательно смотрели прошлые эпизоды, то, в принципе, и оказалось верным. То есть мы будем делать автомойку. Я уже... Сейчас я еще мусор поубираю. Вот, тут где-то вот моментик. Наверное, здесь автомойка. Карвош. Хорошо, как мне ее восстанавливать вручную? Ой, что-то привезли. Я что, заказывал? Я уже не помню. Я уже не помню, что я там заказывал. Да слышу, слышу. Заезжайте. Что я там доказывал? Пам-пам-пам. Коробочки. Велду. Опа, с дверями открытыми. Поехал. О, хорош. Быстрее, может... Мы сейчас начали быстрее уезжать. Постоянно так долго сидел. Очень долго. Топливо клиент, клиент касса, клиент гаража 2. А что за знак вопросика? Ну, а что за знак вопросика? Открыть. Так, восстановить. 1000 баксов стоит. У меня есть эти деньги внизу, 1300. Восстанавливаем карвош. Хочу. Задача выполнена. Получим достижение. Restore the carwash. Офигенно. И что теперь? Вот она, карвош. Прикольно. Ожидать прибытия клиентов на автомойку. Офигенно, мы ее восстановили, я знал, я ж видел, там табличка была запылена. Я как-то это все заметил. Так, а как это работает? Надо клиентуру дождаться, еще какая-то тачка едет. Клиенту гаража, клиенту топлива. Айскрим. F, чтобы взять. Зачем взять? Не надо брать, эскейп. Куда оно делось? Эй, рюкзачок. Надо ее восстановить как-то, я только не знаю как. Как ее крутить? R, ой, R, ой, так могу крутить. Айскримчик, хочу восстановить тебя тут обратно. Извини, что я тебя поднял, так я теперь не знаю как. О, о, так, как тут, где тут и стояло, там хочу и поставить. Только оно уже тут не хочет, о, есть, все, там и стой. Так, что тут у меня?
Машины что-то сигналят. Ти-тит. Так, тут все ок. Я немножко забыл, как уже играть, но сейчас разберусь. Клиенту гаража, клиенту топлива есть. О, моя розовая эта тема. Машин не вижу. А что тут? А что тут за стрелочка? А что нажимать-то? Зачем? Тут никого нету. Топливо низкий. Уровень топлива низкий. А что по деньгам у меня? У меня по деньгам, у меня 400 баксов. Мы можем какое-то топливо себе позволить, заказ? Upgrades. Вау, по-другому апгрейды сделали. Вау. Оборудование, доставка. Топливо. 100. 200 баксов. 200. Ой, не-не-не-не-не. Отменить. 200 просто. 450. Заказ. Могу позволить пока что. Топливо везут. Везут. Здорово, полисмен. Низкие топлива. Автомойка. Клиент на автомойке. Идем смотреть. Это интересно. Идем смотреть. Здорово, мужик. Здорово. Как тебя тут мыть теперь? Объясни мне только. Взять. Управлять. Ух ты. Это мой пестик. Пошли его мыть. Задание выполнено. Низкое давление. Че, все? А, подожди. No way. Что такое? Close it! No! No! Она на станции не топлива. Подожди, топливо едет, чувак. Топливо едет. А где теперь канистра с топливом? А вот она. Поменяли ее место нахождения? Вот она теперь здесь. А раньше тут стояла. Чувак сбежал. No way. Close it. А как мне ее открыть обратно? Open. Низкое давление. Open. Close it car. Ничего не понимаю. Тихо, надо как-то разобраться. Это пестик обратно. Но вот это топливо. Вот. Road closed. Road closed. Как я это закрыл? А, может теперь через меню там как-то надо открывать? А тут зачем тогда тут рычаг этот? Вход... Найдите вход в канализацию на свалке? Чего задание появилось? Так, подождите-ка, тут все норм. А, где мои инструменты работник сервисы? Кредит, покраска, счет, работник, доставка. Я так забыл, как играть в игру, жесть просто. Инструменты. Владеешь. Вакуум. 10 тысяч баксов. Вот это что за вакуум? Апгрейды. Как теперь ее опять открыть? Я ее как-то случайно, видимо, закрыл. Так, level, карвош. Карвош. Требования. Мойка. Блюб, машины грязные. Давление. Давление воды. 0 из 100. Требования. И что мне теперь надо? Вы больше знаете, чтобы получить возможность модернизировать мойку. Так, тут что? Тут очень уставший типочек. Так, оплата. Заплатить. Все, назад. Не, уволить не надо. А список задач на перерыв. Чикс, работник. Вот это начать разговор. Оплата. Оплатить назад. Список задач. Торговля на кассе. Вперед, работать. Так, тут никого нет. Ёшкин матрёшкин. На заправке никого нет. Работник. Этот отдохнувший. Разговор. Оплата. Чикс. Назад. Задач. Заправлять автачки. Че, я не оплатил ему? Нету денег. Блин, придется самому заправлять. Точность. Не хватило. А мне бензин привезли, да? Где мой бензин? О, вот мой бензин приехал. Ща. Все, закачивается. Сейчас оно бензина уже у нас появится. Иду заправлять. Бензу. Появилась бенза. Заправляем. Оп, денежки чуть-чуть заработали. Можем тому чудику, который там работнику оплатить, он уже отдохнул. Оплата 50 баксов и список задач
Заправленные автомобили. О, на кассе чудик кейс заправлять автомобили. А что ты стоишь еще? Вали отсюда давай быстро. А у меня задание новое тем временем. Найдите вход в канализацию. Видимо, у меня закрылось из-за того, что у меня напор стал плохой, да? Может, вода и плохо начала бежать из-за того, что напор плохой? Я могу тут пройти, тут цепочка какая-то. Ой, это что такое? Удерживать. Какой-то хлам. Контейнер какой-то есть. Оп. Контейнер. Да. Что-то шумит. Так, надо в канализацию зайти. Ой, боже ты мой, куда я иду? Нет, только не это. Открыть. Зачем я? Задание выполнено. Что там застопорило в канализации у меня? О! Кто здесь? Мышка. Куда идти? К мышке? Там зверь какой-то. Тут рыба нарисована. Там мышка. Кто-то балуется. Кто-то здесь балуется, походу. Fuck school. Понял. Кто тут нас загораживал? Проходик мне. Мешки всякие. Ой, боже, сейчас заблужусь тут. Ой, там какая-то красная лампочка. Там красная лампочка, боюсь. Дверь заперта. Найти способ отпереть дверь. Ну, вот кабель какой-то есть. Идем поищем. Там еще путь к котику был какой-то. Ой, искрит что-то. Кабель. Куча всякого хлама. А доллара тут нет нигде. О, рубильник, смотри. Чикс. По идее, теперь дверь должна отпереться, да? Чоп. О, зелененькая. Ой. Тут что-то шумит у вас в канализации, ребятушечки мои. Оу, крокодил! В канализации как-то завелся крокодил. О, мамочки. Куда он тут взялся, этот крокодил? Крокодайл Дэнди. Ничего себе. Куда мне идти? Идем в эту сторону. Тут вроде бы тупик. Нет, не совсем тупик. Боже, я по канализации лажу. С ума сойти зачем-то. Чего? Ого. Что-то тут давление слабовато, да? Мне нужно падать вниз. Задание выполнено. А, что? Куда? Очистите водяной насос. Крокодил вылез. Водяной насос очистить надо. А может мы крокодилу скормим? Эй, ты. На, жри. Привет. Feed the Gustave. Pick up trash. Накормите Густава чем-то. Чем? На! О! Разблокировано. Я его кормлю мусором. Густав, на, жри. Жри, Густав. Throw at Густава. Надо, короче, это все скормить крокодилу. Густав. Тебя Густав зовут? Крокодил, на. О, мамочки. О, бау. Клиенту гаража, топливо. Два. Есть контакт. Чистим воду. Чистим. Ой, боже, как он рычит, страшно. Но! Так, еще. Получай. Последняя мусорка. Чистим воду. Задание выполнено. Найдите способ вернуться на поверхность. Подсказка, вам нужно найти отдельный выход. Ой, подлагала. Что-то подлагивали. Опа. Щелкнули, чтобы управлять. А как этим управлять? А вот красная уже стала. Все ок. По лестничке. Ну какая-то дверь. Калиточка. Крокодил! Ты не хочешь больше этот? О. А что это ты рычишь на меня? А что это ты на меня рычишь? Я ему в рот заглянул, я не боюсь. Идем сюда, короче, ладно. Так, тут все чисто. Keep out. О, лестница.
Тюк-тюк. А там был еще котик нарисованный на канализации. Я, может быть... Задание выполнено. Оу! Ничего себе. А что теперь с этой штукой? Я могу ее обратно открыть? Так, обслужите первого клиента на автомойке. Подсказка: по мере расходования воды насосы вниз будут постепенно снова засоряться мусором. Машин вымыта 0 из 1. Клиент у гаража, касса, уставший чуть-чуть. Этот с заправкой работает. Идем на, клиент, на клиента, который на гараже. Ты пытаешься меня... Дизлайк, чё? Ой, я одного принял, второго не успел. А чё надо-то? Чё вам надо тут от меня? Дверь? А что с дверью? Царапины. У меня есть такие штуки на царапины? О, есть царапины, могу зачищать. Оп-оп-оп-оп-оп. Клиент у кассы. Нам нужно, чтобы клиент был у этого, как его? На автомойку нам пришел. Так, что там еще? Это как называется? Бутылка масла. Это оно? Попробуем залить. Оп. Все. Залили. Закрываем. Колесо. А у меня есть колесо? Есть колесо. Чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип. Сейчас вам поменяю колесо. Смотрите. Оп. 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 И оп. Крокодила встретил. О, ты, будем постоянно его теперь там кормить в канализации, походу. Густава этого. Все? Все. 200 баксов заработал. Хорош. Хорош. Больше нет, больше нет. А что же я там заказывал? Не знаю, что я там заказывал, но это можно выбросить. Как там? Рука, мусор. Нет, 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 мусор. Нет, вот так. Оп. О, клиент автомойки. О, бегу, 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 бегу. Рука. Бегу, бегу, мы от тебя, чувак. Только ночь такая у нас тут глухая. Так, пробуем, мы учимся. Возьмите водяной пистолет и подойдите к машине после того, как клиент покинет ее. Удерживая левую, чтобы поливать водой из водяного шланга, кнопками маус, scroll up, scroll down, можно изменять ширину сопла. Кнопкой right, ось его вращения. Вы можете нажать left shift, чтобы проявились остатки пыли на автомобиле. Закрыть мойку можно с помощью рычага. Позже вы откроете автоматические мойки, которые не требуют вашего присутствия, но работают намного медленнее. Угу. Сопло. Меняем сопло. Два вида сопла. Широкая. Ага, можно... Что-то мне это напоминает, честно говоря. Что-то нам это с вами напоминает, да? Не так долго вымывать. А бы тебя не надо помыть, тетенька. Могу тебя сполоснуть. В принципе. Ти-ри-ри-ри. Тут без разницы. Это такое... Это более широкое, походу, надо более широким соплом мыть. Вот так и поливаем. Капец! Оно тяжело очень вымывается. Ну так не подходит. Я так буду до пенсии его наливать. А сколько хоть платят за эту мойку? Если там 2 доллара, это будет пипец. Может, лучше какого-то работничка нанять? Чтобы он этим занимался делом, этой мойкой. Это капец какой-то. О! 150 баксов, слушай. Достижение разблокировано. Так, топливо, клиент на топливе, низкий заряд топлива. Что у нас по деньгам? 1000, о, бабла есть 1000. Давайте доставим себе еще топливо. 500, что ли? 1000, о, да. Заказ. Есть контакт. А что тут ушел, да? На перерывчик. Ой, у меня 12 литров всего. О, блин. Дизлайк. Согласен, бензин закончился. Что? А что поделать? Два клиента у гаража. Иду на гараж. И я бы хотел бы котика посмотреть. Так, два клиента. Бамц. Котика хочу. Нет, ладно. Ремонт пошел. Пофиг. Пофиг. Ой, движуха пришла. Блин. А как на котика посмотреть? В канализации. Так, а как мне открыть еще? Нанять. Ой, я могу тут быстрее нанять. Блин, все испортилось. Там просто сейчас много клиенту придет.
Кассовый аппарат, ну, в принципе, он еще на кассовом аппарате нормально работает. Надо на бензин. Ай, там же сейчас он приедет, бензин. Я хочу котика посмотреть. Как не вовремя я все, конечно, выбираю. Вот тут котик еще был в левую сторону. Что будет, если к котику пойти? Вот там кот. Вот там было инопланетян, тут котик. А, тут тупик просто-напросто. А, значит, здесь ничего нет. Я думал, что тут что-то сейчас интересное будет. Полный мусорный бак. Надо уборщика нанять. Так, клиент у гаража, два. Так, эти шумасшедшие... У меня еще и на мойку пришла женщина. Касса. Не, касса еще держится. Моем кар, моем, моем, моем. Моем, моем, моем. По кругу так идешь себе. Оно, в принципе, вымывается. Подожди, надо топливо забрать. И чудика нанять на топливо. Топливо уже есть. Можно себе нанять персонала на топливо. Работничка. Вот это начать разговор. Оплатите деньги. Список задач. Заправка. Начать разговор. Оплатить. Список задач. Торговля. Потому что это уже уставший. Поменяем этого, чудик. Это кому-то надо убраться. Кому-то надо убраться. Идем помывать. Домывать, домывать. Так, рука. Оп, берем. Продолжаем вымывать. Грязный автомобиль. Ай. Грязный автомобиль. А что так долго? Я же... А этот заправщик долго там, капец, он долго пробку мне создал. Будем этим соплом немножко почистить машину. Может, он долго... О, все. Лично. Фух, справились. Значит, на заправке у меня чудик нанятый есть. О, а что ж так воняет? Можно закрыть? Оп, чтобы не воняло. Могу открывать. Могу туда мусор скидывать. Кормить животное мусором? Мы можем экономить на мусоре? Интересно, попробовать. Ха-ха! Можно экономить, крокодилу кормить мусором. Крокодила мусором кормить, походу. Сейчас попробуем. Ха-ха, я придумал крокодила покормить. Новое письмо у тебя уже есть. Так, тихо, куда ты полез? Что происходит? Отпусти. Идем к крокодилу. Пускайся. Пускайся вниз, крокодил. Как вниз спуститься? О, смотрите-ка. Это все крокодилу, нямки. Эй, ты что не ешь? Я придумал фишку. Он не ест больше. О, что ж, гад. Я ж придумал фишку с мусором. О, мусор появляется. А что ты этот мусор ешь, а мой мусор не ешь? Ах ты ж гад такой. Подлый. А ну-ка, может, он убит, когда она... Тот же самый мусор. Один в один. Этот мусор... Правда, какой-то черненький, а этот какой-то серенький. Почему он не становится черненьким тоже? Ходил, на, жри. Так. Вот гад ты. А он уже не голодный, может быть. Подожди, вот же черный мусор. О, жрет. Этот не хочет есть. Мордой крутит. Может, надо как-то потом перерабатывать мусор мы сможем? И кормить крокодила этим мусором? Было прикольно. Так что мне теперь с этими пакетами тут делать внизу? Эй, я тут такую грандиозную и такую идею придумал, а оно, оказывается, не работает. Так, клиент у гаража, клиент у топлива. А где мой кассир? Эй, работник, ты чё? Я ж тебя назначал.
Торговля на кассе. Была задача поставлена. Больше нет. Place all. Сигарки. Сигареты клики. Place, 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 place. Сигаретлики, шляпки, больше нет. Ты что такое? Какая-то карта. Нам нужно уборщика нанять, срочно. Срочно, newspaper. О, place, 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 place. Игрушек нету. Опа, пончики. Выход. Игрушки нету. О, есть кассир. Есть этот. Надо уборщика, наверное, нанять. Можем позволить себе работничка. Начать разговор. Оплата труда. Список задач. Прибери на заправке. Что там? У нас мусор тут полным-полно. О, новая уборка нас ждет. Новое письмо нас ждет также. Так, начало таким соплом более... Может, это сначала надо вот таким соплом, но так пройтись в общем в чертах, так по машине. По кругу. Сейчас мы учимся, натренируемся постепенно, как это дело все тут делается. Так, пробежался. Теперь переключился на такое более жесткое, на такое более точечное сопло, кругленькое. Им уже потом машина... О, что, машина? Тихо. Я думал, что закончилась вода там или что. Эта грязь вся падает вниз крокодилу. И он эту грязь потом жрет. А можно нанять чувачка, чтобы он тут на мойке у меня работал? Наверное, можно. Что-то тут очень тяжелая такая работка. На нее бы тут работника нанять. Было бы здорово, наверное. Пускай себе работает. А я ж могу дополнительных работников нанимать. Там, по-моему, было сказано где-то в обновлении. Я когда немножко читал. Очень много времени тратится на это дело. Найс. Надо, наверное, попробовать себе работника. Письмо. Топливо. Клиент. А что там с топливом? Что, нету? Есть. А что там с письмом? А, почта. Вот и все. Удачи. Ага, все типа концовочка, да? Но тут можно какие-то улучшения еще делать приличные. То есть можно еще играть. Можно еще играть по той причине, что очень много улучшений еще есть, которые можно, в принципе, сделать. Так, что здесь? Колесо. Колеса я накупил. Какой-то был момент, я колеса накупил по акции. Вот, и надо на мойку чувака нанять, мне кажется. Клиент топлива, клиенту гаража. Вот мы клиенту гаража обслуживаем. И улучшение. Выберите, соберете все деньги. Колесо, аккумулятор, масло. Масло я помню, вот тут. Заливаем. А, вот эту кнопку нажимаем. Заливаем маселка. Отпускаем. Так, и аккумулятор. Аккумчик, аккумчик. А где у меня аккумчики? А у меня, может быть, их и нет аккумчиков. Может быть, я их не заказывал. Надо заказать аккумулятор. Доставка. Ну, подождите-ка, не спешим. Аккумулятор, а здесь что? Три колеса, аккумулятор, свечи. Вот свечи у меня какие-то, может быть, даже были. О, есть свеча. Вот свечи мы, наверное, можем поставить. Так, обслуживаем машинку. Оп. Другой кнопкой. Я уже разучился совершенно с этими тачками возиться. Но денежки капают в любом случае. Денежки топлива. Сейчас топливо еще один галлон себе, если заказать. По топливу все четко у меня идет. С топливом мы зарабатываем. Так, мне бы еще обновить товары, конечно же. Посмотреть, что там по товарам. Так, со свечами разобрались, колеса, зеркальце. Тоже надо поменять? А вот зеркальце я не знаю. О, есть. А что тут мужик какой-то? А, то уборщик ходит. Вот тут зеркальце меняется так. Тин-тин-тин-тин. Тинц. И ставим. Так, надо царапины поустранять. У меня есть шприцы, которые царапинки устраняют. Вот эти вот. О, на автомойке у нас появился клиент. Надо, это хорошее дело на автомойке. Хорошее дело. Надо только, наверное, нанять себе сейчас работничка. Попробуем. Так, попробуем работничка на автомойку. Работник. Задача отдых. Разговор. Все пооплачивать ему. Список задач. На кассе, на заправке.
автомобили. А почему ремонт автотрагульника? Почему нету автомойки у него? Персонал. Заплати всем сотрудникам. Ух ты, такое даже появилось. Доставка, оборудование, декорации, апгрейдс. Я хочу понять, каким образом я могу инструменты, оборудование, парк аука, ложи декорации внутри. Это что такое? Ой. А, нет, это не то. Я хочу вспомнить, как нанимать еще дополнительных апгрейды через апгрейды. Может быть, я могу больше фургонов. Как-то можно было фургоны, инструменты. Вакуум какой-то. Оборудование, стеллажи, декорации, доставка, товары, доставка, топлика, работник. О, найм, наверное. Во! 7, 40, 39. Это что такое? Обновятся чудики, да? Заправка 2, уборка, касса, заправка, уборка, касса, ремонт. Я не могу себе работник трейлеры купить. Фургон для сотрудников. Телевизор, ящики, инструменты, ваши разработчики больше ни о чем не будут купить. Купил себе еще один трейлер вот тут. Так, может быть, теперь я смогу как бы... Так, что, финальный фургон для вашего города сотрудников с дополнительными удобствами, таким как развлечение, телевизор, техническое обслуживание, ящик для инструментов, ваши сотрудники больше ни о чем не будут просить. Работник. И что теперь? Найм. Я хочу, чтобы у меня была и мойка здесь, вот. Ремонт. Касса, уборка, заправка. А мойка? Почему я не могу нанять человечка себе, который будет у меня и за мойку отвечать? Наверное, нельзя пока что, потому. Клиент на автомойке. Я не могу. Так, а сколько у меня топлива? Где тут указывается? WC. Зелененькое. Дом очень грязный, пишут. Так я же нанял себе работника. Так, сначала таким соплом. Хорошо, ну в принципе, в общих чертах мы посмотрели обновление. Можно еще играть, можно еще апгрейдить. Там были какие-то апгрейды. Но с работником, как заставить работника, чтобы он мне... клиент топлива, автомойка. Как заставить работника, чтобы он, короче, мне занимался именно тут мойкой? Как его назначать? Я пока не могу понять. Не разобрался. Ну как-то можно будет по-любому нанять чувачка, чтобы он тут мыл. И это слишком тяжелая работа для них, чтобы он занимался прям мойкой. Я не знаю. Автоматическая мойка будет потом еще. Надо бы заапгрейдить ее можно быстрее. Автоматическую мойку. Денег накопить как-то. Сколько у меня денег? 1000 есть. О, мы топливо можем заказать. Вот топливо надо по-любасу. Ну вот мойка, вода, я так понимаю, бесплатная. Единственное, что нам надо чистить вот это все дело, спускаться вниз, кормить крокодила периодически. Вот на мойке можно зарабатывать, я думаю, по чуть-чуть. Ой, еще и пыль поднялась. Это очень нехорошо. Но сейчас будет много пыльных машин, так понимаю. И мне надо будет сейчас трактором там расчищать, наверное. Ой-ой-ой. Я мою машину, она мокрая, а на нее пылюка летит, и опять ее все делает грязной. Ну как бы тут в этой игре это не просчитано, но в реальной жизни оно было бы чисто вот так. Супер. Я рад, что вам супер. Потому что мне не очень. У меня тут пылюка ужасная. Касса. Тут обслуживается. На заправке чудик стоит. Типа все ок. Place all. Отчетчи есть, надо товара какого-то нового закупить. Вот сигареты заканчиваются. Надо тоже это дело все учитывать. А по апгрейдам еще быстренько посмотреть. Что там по апгрейдам? Так, апгрейд. Это есть, все галочка. Это что такое? Автозаправка. Максимально прокачана. Автозаправка level 4. Склад. Автомойка. Можно прокачивать за 150 баксов. Ну, ведь даже они еще до конца не перевели. Но типа она будет какая-то более... Потом автомойка какого-то еще следующего левела. $1500, не так уж и много. А здесь что? Автозаправка 5 уровня позволяет мойка 3, 4, 5 левела произвестись.
склад, все остальное прокачано. Только автомойку можно концентрироваться на автомойке, ее максимально прокачать. И это, в принципе, можно реализовать в следующих видеороликах. Либо когда DLC выйдет, я еще, может, сниму, если у меня она будет, это DLC. Че, финалочка? Ого, у меня 200 литров осталось. Жух! И прощаюсь с вами. Сохраняюсь и прощаюсь. С вами был Неломоп. Мы играли в обновленную версию игры под названием Gun Station Simulator. Всем пока-пока.